сила твоя, сила твоя, сила твоя, сила твоя, Боже. О, Бог мой, молю тебя, я вас сейчас. Во имя Иисуса Христа, дьявол, я говорю тебе, оставь его сейчас же немедленно. Оставь его сейчас же. Оставь его сейчас же. Убирайся вон, убирайся вон. Убирайся вон из него, оставь его. Заклинаю дьявола именем Иисуса. Выходи вон! Выходи вон! Выходи вон, я сказал! Дьявол! Оставил! 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 Выходи вон! Выйди! Преисподнюю направляю тебя, дьявол! Преисподнюю направляю тебя, сатана! Преисподнюю! Преисподнюю иди! Преисподнюю иди, я сказал! Преисподнюю иди! Из его разума! Сегодня у нас была встреча, но я не ожидал, что будет именно вот так. Но мы просто общались, и тут апостол начал молиться. Во имя Иисуса Христа, помазание, сила Божия здесь. О, какая сила же сошла на меня. Дух Святой пришел, пришло помазание. И такое началось, начали люди освобождаться, начали бесы выходить, начали орать, кричать, что-то пищать. Имя твое! В этот момент я как общался с Богом, чтобы как знамение, чтобы и ко мне подошел апостол, положил руку на голову и помолился. И я стою, и хоп, и тоже ты ко мне подошел. И я тоже начал изгонять дьявола, я начал освобождаться и там кашлять, и присел, я не хотел вставать даже. Так. И как я ощутил какую-то как на разуме, как свободу какую-то, как, и какое-то счастье, что ли, ну, типа такое. Ну, типа успокоение такое, покой какой-то. И дивились учению Его, ибо Слово Его было с властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа, бесовского. И он закричал громким голосом: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святой Божий». Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, нисколько не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собой, что это значит, что он с властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам.